Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров. Александр Петров сегодня с вами. Микроскопическое видео, которое, я думаю, вам пригодится. Дело в том, что вышла сейчас вторая миссия компании Нейсарока Ямамото. И я столкнулся с небольшой проблемой. То есть хочу взять задание, а кнопочки «взять задание» нету. Пришлось немножко погуглить, и проблема решилась вот каким образом. Вы нажимаете на задание и жмете... Магия не работает. Жмете Enter. И задание тогда у вас здесь берется. Но будьте осторожны, если вы задание отмените, то второй раз взять это задание у вас ни черта, блин, не получится. Вот смотрите, не могу я взять. Могу взять только задание, которое я еще не брал, наверное. Поэтому, друзья, задание не отменяйте, а... берите и выполняйте. Вот это задание у меня единственное возможное, которое я не отменял. В общем, я остался в обломе, как обычно. Надеюсь, что разработчики это скоро починят. А если вы спешите начать выполнять задание, делайте именно вот так вот. И обязательно поставьте лайк, если видео вам пригодилось. Тури с вами, как обычно. Пока-пока.